Современную кухню сегодня уже невозможно представить без воздухоочистителя. Он также важен для хозяйки дома, как и плита. Его основная функция – быстрое и эффективное избавление от запахов и продуктов сгорания, выделяемых во время приготовления пищи. Потребителю предлагается разнообразная линейка воздухоочистителей. Сегодня мы покажем, как производится одна из моделей. Для изготовления корпуса воздухоочистителя используется рулонная сталь, которая предварительно режется на штучные заготовки необходимого размера. Часть деталей корпуса изготавливается на прессах, часть – на комбинированном лазер-прессе. Лазер по заданной программе вырезает сложные и длинные элементы, а мелкие вырубаются механической частью пресса. Лазер разрезает металл без заусенцев и острых кромок. После завершения процесса заготовки отправляются в следующий цех. Сварка корпуса воздухоочистителя происходит в специальном кондукторе. С помощью контактной сварки рабочий последовательно скрепляет элементы изделия. Весь процесс длится меньше минуты. Теперь корпус поступает на линию фосфатации. В ней детали проходят через 4 ванны, заправленных фосфатирующим раствором и деминерализованной водой. Это повышает коррозийную стойкость и улучшает сцепление краски с металлом. Затем корпус вместе с другими деталями движется через покрасочную кабину. Здесь в автоматическом режиме с помощью распылительного оборудования на детали наносится эпоксиполиэфирная порошковая краска. Затем детали отправляются в печь полимеризации и после этого в сборочный цех. Важная деталь изделия – это воздуховод, который отливается из термостойкого полипропилена. В бункер машины вакуумным загрузчиком подаются гранулы пластика, которые далее нагреваются, плавятся и под высоким давлением впрыскиваются в форму. Затем форма охлаждается и раскрывается. Далее рабочий удаляет литник, и деталь отправляется на сборку. Сборка воздухоочистителя происходит на конвейере. Предварительно собранный с двигателем воздуховод устанавливается в корпус и закрепляется винтами. Далее на корпусе монтируются переключатели, подсветка, заворачиваются две лампочки, устанавливается металлический фильтр. После этого каждый воздухоочиститель на специальном стенде проверяется на электрическую прочность изоляции. Затем изделие проходит проверку на функционирование, тестируется работа подсветки и всех режимов, а потом следует контроль внешнего вида. Если никаких замечаний нет, воздухоочиститель комплектуется угольным фильтром, сопроводительной документацией и упаковывается. Собранные воздухоочистители поступают на склад готовой продукции, чтобы затем отправиться на реализацию в розничную сеть.